Всем привет, с вами снова Придонки. Я тут долго-долго все говорил за всякие на Сузуки, там кольца ждем туда-сюда. Вот, наконец, свершилось это, то есть, только то, что пришло чисто по Сузуки. Я сейчас все просто на стол повыкидываю. Тут просто в пакете не только новые, но и старые железяки. Сейчас выложу. И я тут даже не все знаю, что и чего. Тут и старые железки, что покупали Сузуки, вот они. Это рычаг, машинка. Я буду речь вести о том, что сейчас на столе. Короче, нам, чтобы заниматься поршневой, значит, нам нужно были пальцы, вот они, три штуки куплено, к пальцам. Очень своеобразные кольца, они с проточками. Я не знаю, смогу показать, нет. То есть кольцо, оно непростое, оно... Не хочу просто пакет рвать. Оно с проточкой. Наверное, видно, да? То есть оно не плоское. Оно, если так разрезать, оно будет буквой Г. Эти одеваются, шайба, на палец и заходят на шатун. Чуть-чуть. Так, ну пальцы распаковывать не буду. Пальцы фирмовые. Они там ехали, черти откуда, там кружным путем из Эмиратов. Еще один, причем говорю, еще один комплект сальников на Сузуки. На этот. Два сальника. Так. Направляющие вилки. Ну, тоже распаковывать не буду. Так. Вот так вот выглядит манжета амортизатора. То есть задний сальник с направляющим амортизатора. Видите, с отбойником. Это все Стас заказывал. Черти откуда там они ехали там. Как в песне, по кривой извилистой дороге, через лес и горы напрямик. По дороге ехали уроды, ехали живого хоронить. Срок доставки какой-то немыслимый. Вот что здесь, я даже не знаю, не имею представления. Что-то он мне говорил, что это такое. Ладно, пока. Звезда передняя, моторная. Звезда задняя, комплект звезд. Комплекты поршневых колец два штуки, колодки передние и задние ТРВ, навороченные колодки, отбитые совершенно. Так, я должен посмотреть, я это сделаю при вас, кольца и вот эту коробочку. Так, кольцы. Дело в том, что нам придется делать самодельный поршень. И чтобы делать поршень, нужно эти кольца отправить человеку, кто будет им заниматься. То есть, все не так просто. Вот. И чтобы начать изготавливать, нужно знать размеры колец поршневых. Как к ним подступиться. Кольца от, я так понял, CRM-250. Ну... У нас просто других вариантов не было. Насколько помню, эти кольца, они простые, плоские. А те, которые стоят родные, сузучие, они тарелкообразные, тарелочные кольца, верхние. И поэтому с ними проблема. Но здесь тоже верхнее кольцо тарелочное, тоже проблема. Вот так вот выглядят новые кольца. CRM-250. Нижнее кольцо плоское. Верхнее кольцо тарелочное. Мы такие покупали, но я надеялся, что они будут плоские. Но делать нечего. Два комплекта есть. Бог с ними. Что делать? Поэтому мы их просто откладываем в коробочку. И сейчас нам дадут адрес, куда их слать, если дадут.
И мы будем их засылать на изготовление поршня. Вот. Ну и будем снимать. Ну, в планах такая история есть. Делать самодельную гильзу. Ну, я говорю, есть планы, потому что планы всегда поддаются корректировке. Бывает, что не в лучшую сторону. Поэтому мы пока об этом не будем сильно жужжать. Я говорю, пока только предлагаю. Я говорю, что уже готово или все случилось только тогда, когда все уже готово. Даже мой пацан на меня ругается. Типа, шо ты как старый дед, что-то боишься загадать. Или, ребята, уже столько уже мне било по рукам жизнь, что уже стараешься об этом не говорить вслух. Что там, я не знаю. Коробочка хоть. Мы сейчас с вами поглядим. Даже не представляю, что там. Да что это хоть, твою мать, эти запаковки. Запакую так, что хрен успакуешь. Кстати, доставка энергии, значит, шла огромная коробка, короче говоря. О, пацаны, охренеть. Короче, порвалась коробка и потеряли свечку. Было 6 свечей заказано. Ну, видите, это сепаратор. Ну, раз 3 коробочки, значит, 3 сепаратора заказано. Стас не обламывался, когда заказывал. 3 штуки. Так что у нас есть теперь поршневые кольца, пальцы и сепараторы. То есть у нас имеется полный комплект. И даже мы будем заниматься задней подвеской, потому что я крутил настройки soft, shift, то есть жестче, мягче. Уже все так закручено до конца, то есть уже там, видимо, приехали. И масло, видимо, никакущее налито. И вообще, вот такой вот манжет задний с направляющей. Про цены молчу. Шло очень долго все это. Шло через Эмираты, там, через Англию, там, черти как, короче, еще еле дошло. И в итоге потеряно одно колечко, одно. Одна свеча. Из-за того, что в большой коробке все это шло, там не только эти хархары, там много чего шло. Так что, такая дичь. Ну, в этой огромной коробке, как я говорил, шли не только вот эти вот, что мы показали уже, а вот еще 3 ремня на скутеры. То есть 3 на, я так понимаю, или 2 на Хонду и 2 на ПЖ, на Пежо. Тут можно будет прям на ремне прочитать размеры. Родной 16,5. А это вообще какой-то, это Атенна ремни. Это на Пежо, на Спидфайт. Атенна, дорогие ремни итальянские. Все это шло тоже в кучу. Здесь то же самое, я так понимаю. Атенна, да. Только тот. Шестнадцать и 17,5. Длина 675 и 670. То есть два разных ремня Атенна. На Пежо. И вот эти ремни, которые Дайко. Даже 3 на этот самый, на ПЖ. Но это тоненький ремень, понятно, что это на Хонду Дио. Даже доставать не буду. Ну, в принципе, и все. Просто я очень, я почему все это показываю, скажу в двух словах. Я все говорил, и все не идет. Ну, вы сами знаете, сейчас санкции, и что-либо купить очень сложно и практически невозможно. Из-за того, что я все пытался показать и сказать, но ничего никак, потому что не было ничего. И вот в итоге все пришло, что нужно было. Теперь делать только за отправкой и за изготовлением. Кстати говоря, вроде как приколист нам отправил 2 поршня своего изготовления на ИШПС. Но это мы отдельно покажем, когда придут. Отправил почтой, сказал, что будет долго идти. Собственно, показывать больше нечего. Я не буду больше разглагольствовать, это лишено смысла. На этом все.
С вами были придонки, берегитесь, всем пока.